через зал. Так, я, наверное, тоже отойду, попью кофе. Ваша задача будет убить этих мобов. Звезда, Крок. Если кто-то хочет покомандовать, покомандуйте. Главное, чтобы мы не вайпнулись. Бля, эти танки. А, нет, стоп. Лонрик, поставь шкаф. Сейчас ему не протопало, я отойду. Катя, нас этот, на шкаф. Спасибо. Будете пулять или меня подождать, как... РДД по печеньке, милики по крестику. Жалкие создания, умрите! Теперь меня ничто не спасет. Продолжайте сражаться, братья! Ты кого ты хотела?
Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Орла. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Так, я тут. Спекайтесь все в хилов, кто может. Плюсики только поставьте. Нет, Викс, настало время взрослой жизни. Придется тебе летать в порталах. Баджи. Ну там Тоби, у тебя есть Эршам? Хламончик. Плохо слышно, что ты говоришь. Эршам есть, но только шмот на Элема. Спекайся. Хилишь тоже. Буджи, оставайся в сове. Так, Роджер, Викс, Гикада, спекайся в Рестер Шамана. Нам надо помощь по хилу. Просто неохота сидеть здесь 8 минут. Аны, залейте, пожалуйста. Так, давай. Короче, будешь вести за звездочкой. Сейчас я скажу все. Викс, просто занимай заранее портал и следуй за звездочкой в порталах, собирай стаки, все. Не буду рассказывать, как подробно хилить. Быстрина, волна, волна, цепуха, волна, волна, быстрина и так далее. Ну, два airdrop пускай будут на рейде. Вы захилите в два хила? Хорошо. Танки распределились, кто где танчит, слева, справа. Надеюсь, что да. Ладно, пошли. 4 Рестер Шамана нужно охватить. Судя по всему, нужно... Вот, все есть, усиление магии. Давайте, приоритет убийства мобов. Сначала заливаем вот этих дураков. Звездочка. Они уменьшают килл по вальке. Бодовитель называется. Следующий идет кружок. Воскрешенный Верховный Маг. А и в конце прожорливое поганище. Череп. Протопал нам сообщил, что висит. Это плохо. У нас один танк в рейде сейчас. Следите за своим игром. Играйте сначала в мага, потом в зомби волдырного. От волдырного зомби РДД отбегаете, он взрывается. Вас задевает АОЕ, вешает дебаф, хилам трудно хилить. Это вам не 10 обычка. Давайте в подавление играем, в толстяка потом будете играть. Справа идет на крысю волдырный зомби. Теперь на Баджи, теперь на Венспис. Отлично, я его на себя сагрил.
Огненный. Слева огненный, надо следить далеко, он не двигается, караул. Справа, короче, не трогайте трэш, потому что у нас протопал, завис. И мы идем в одного танка. Следите за своим игром, играйте в магов, подавление. Ух ты. Ничего себе, ледяная стрела прошла по рейду. Аркология, я тебя спасу. Ух. Справа вышел толстячок. Играйте все слева. Подавление. Потом в мага. О, протопал развис. Фантастика. Мы живы, мы спасены. О, уже и Вальку захилили. Четко. Че, почему рост не давали? Опасно для жизни, видимо. Без роста это без роста. Так сойдет. Главное там захильте уже сейчас. Оставайтесь до конца. То у вас по 14 стаков. Ладно, у ВХ 4. Тоби 11, Никада 11. Там я излечилась. И Зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Ну да. Опа, кинжал для Роги. Рога, тебе надо кинжал? Тогда держи. Так. Сапоги на танка, на мейн. На офф. Бесполезные ноги на холипала, которые вы никогда не наденете. Стоит 18 голд. Ладно, давай, воскресенье, за красивый ролл. Я расплю их. Правильно. Два кристалла пропасти стоят дороже, чем 18 голд, так как шанс с того, что там получится один стак абсолютной пыли, который стоит 70 голд, очень высокий. Потом поставишь на аук. Так, давайте поставим лут каждый сам за себя, потому что здесь падают вещи, которые стоят 50 голд. Там ожерелье Одина, например. Попробуем залутать. Так. Так, ушел и. Так, наркология, проверь, можно ли сагрить мобов и будет ли нам за это бан? Заодно быстренько убьем трэш. Ну, говорят, баня. Ну, надо проверить наверняка. На этом аккаунте 4 персонажа. Что там? Что-то выпало ценное. Вот вижу.
Так, вот и рейд подходит к концу. Считай, что осталось два босса. Ничего не предвещает беды, ребята, да? Два простеньких босса, где особо не надо тактика. Играем, а пока смотри Let's Play от Rus Game Tactics. Я купимого смотрю, там обоссаться может. Ну, Куплинов не снимает для школьников, понимаешь, там вот эти шуточки про мамы и все такое. Rus Game Tactics. Это сюжет. Мармок может быть про мамы. Спокойно. Куплинов не шутит про мамы, ты чё? Ты перепутал? Ну, я это все утрирую. Но он не вникает в сюжет, говорит не попад, ты не можешь слышать диалоги в игре. Не, он не. Ну хоть он играет лучше, чем Rus Game Tactics, это да. Он, ну, такую свою точку зрения показывает просто. Ну, кому-то нравится то, как он проходит, там, шуточки, там, ну, все такое. Кому-то надо летсплеи, которые будут веселыми. Ну, так у него самые веселые. Было мне надо, чтобы было весело, я хочу вникнуть там в сюжет. Это надо без комментариев смотреть на меня, да? Ну, он там первым же видосе, кстати, дело. Он сказал, типа, если что-то, говорит, не нравится, нахуй, набираешь в ютубе Metro Exodus без комментариев и смотришь. Ну, вот так я и делаю, я ж не захожу на его канал. Ну, стоит. Нет. Да я смотрел его Doom 3 и Ведьмак, но это. Да не, ну Ведьмак, Ведьмак, конечно, не та игра, которую Куплинова надо смотреть. Вот God of War можно. Вот это охуенно Куплинов. Хорошо. Ну как, имеется в виду атмосфера заебись. Да и в Exodus там, ну, блядь. По сути, игра-то ни о чем. Чисто шутер, блядь, типа сталкера. Ну да. Никакой интриги, ничего интересного. Ну, потому что, ну вот, взять того же Ведьмака, там все, там и интрига, там и сюжет, там все на высшем уровне. А Exodus это, ну, блядь, это сталкер с модами просто, вот и все. Зачем сравнивать шутер с RPG? Хотя даже в шутере. Дело такой, в том, что это и шутер. Информативные концовочки. Это и шутер, и RPG вместе. Ты там собираешь, крафтишь, раскачиваешь какие-то плюшки на пушках, на бронежилете. То есть это все вместе. Как и сталкер. Так, Animal Justice зайдешь. Убирайте тотемы. Вот хил умрет сейчас. VX, ты сейчас согришь Вальку, надо зайти к нам в рейд. Сейчас ты умрёшь, смотри. Почти. Тотем, убирайте. Я там чей-то бегу. Ладно, у нас будет самый важный бой. Это весь этот рейд, по-моему. Как показывает практика, синдра сложнее лича. Особенно если в рейде пьяные дроу, маги там и так далее. Было в прошлом рейде. Никто не знает ник Дятел. Был такой. Да, почти. Ладно, давайте бафайтесь. По-моему, ты с него целый крах ходил. Да, это был прошлый рейд. Ну там, ладно, не буду рассказывать, нету смысла.
Все готовы. Вы захилите в 4 хила? Хорошо, пошли. Сейчас узнаем, как вы захилите. Пула падает сразу 3 человека. Мы потом даем БР. А нет. Ну, упал никто. В прошлом рейде падали. Думал, сейчас кинешь Сакру на притяжку. Тут чую я, тут кто-то не добежит. И без сталика пулит его. Вот не добегут. Блин, Лея агрит босса. Ничего себе. Это ж не переагривает. Давай, Скарлет, жми больше ЛП. Жми больше ЛП, руническое, прожми еще ЛП. Все, отбегаем. Пришло время Сакры, давай. Все выжили. Даже все отбежали. Фантастика. Так, неустойчивость, наверное, можно набирать сколько угодно, да? Так, на мне метка. Ничего не вижу. Постою просто. Бейте там до 200к хп без дот. Смотрите за бомбами, куда падает, прячется за ними. Надо слить метки. Босс спустился. Убили. Нужно ли собирать анбаф с этой недели? Вот и воскресенье. Только, конечно, суббота. Ну, наверное, да, в субботу. Так, сейчас притяжка, блин. Надо объединить. Можно и два ванбафа собрать. Суббота, работа, просто. В воскресенье. Выходной. Традиция была собирать анбаф в последнюю неделю месяца. Надо будет опрос запилить. Вторая воздушная фаза. Так, смотрим внимательно. Вот хил даун, ревак. Вакцинация Тоби Клота. А че это я даун, блядь? Нет, да. Извините, говорю просто. А кто убегает? Ну, красиво получилось, да, игра слов? Не сливайте метки, у которых столько хп. Она разобьется. Вы не сможете спрятаться, умрете. Будет плохо. Давайте теперь. Так, давайте первую метку выносим вправо. Неплохо ловишь. Ну, ладно, сойдет. Выносите вправо первую метку. Не влево под дыхание, а вправо, ладно? Давайте рост. Длинная метка на Венспулсе. Плохо. Отойду вправо. РДД, играйте в метки, мелите босса. Следующую метку под босса надо поставить. Давайте быстрее в мою метку играйте. 380 хп почему-то до сих пор. Лорик, давай под босса. Лорик, под босса, милики отошли. Лорика надо прохилить. Отлично. Никто не заморозится лично. Прячемся за... Молодец, Клота. Сливайте метку. Следующий под босса. О, под босса. Извини, в сторону уноси метку, в сторону. Крыса, в сторону. РДД, сливайте метку. Милики босса. Так... Буджи, поднимай Клота. Топ ДПС, потеря. Беда. Будет хил под босса. Мелики отошли.
Сейчас заморозится. Н, смотри, оба не заморозился. Какой профилит. Супер. Давайте в сторону следующую метку вправо. Вот-то вправо. Не вижу, где она. О, давайте сейчас все метки выносить в сторону. Посмотрим, выживем мы или нет. Может, это чипу сделаем. Роджер в сторону. О нет, он в рейде. О нет. Мне нет. Да понятно, что я бы это вас проверял. О, я себе все забираю, короче, потому что я забыл поставить лут. За много по себе накину. Так, ладно. Чё там? Рога, ну тебе, наверное, вот это тоже скажешь, что тебе не надо, да? Вот это. Рольте. Так, Тоби, ты на Энха ролишь? Да, написано, что на Энха. Помнишь, как мне повезло, Роге. Так, чё там еще падало? Две печеньки. Это же Женя на Энха. На Энха здесь Гер стухло. Ну это бисовая на Энха, не Сингер, все верно. Бис такой. Ладно, Лорик, тебе отдам печеньку и Тима Присту. Этому Тоби передай, Тима Присту печеньку, Лонрик, я тебе передам. Так. Какой приоритет разрола Коготь и жестокости Синдрагос вводит, ты знаешь? Энх или Рога? Да Энх пусть нахуй идет. Роги отдавай. Роги. Энхи, блядь. Почему Роги? Ну потому что Энхи не играют, блядь. Вот прикинь. Не, не в этом дело. Играет или нет? Так. Не вижу. Это Тоби, у тебя какое колено на Энха? Есть у тебя колено на Энха вообще какое-то или нет? На Энха бис не стухлого 10 гер. Ладно, решим после этого тему. Чек на пол. Не хочу пока разбираться с этим коле, пока у меня полежит. Так. Ну, если у тебя нет шеи, то надо Тоби отдать, наверное. Короче, эта тактика такая, стоим хаотично, где попало, но лучше в звезде РДД. Лорик, я ж тебе дал печеньку, да? Отлично. Кто не понимает, что ты пишешь, кому-то дай. Вот, не пиши фигню в чате, то чат видит, как какой-то неадекватный человек, представляешь нашу гильдию. Еще будут потом спамить в чате, что Dark Stars неадекватный. Избавь нас от своего адекватного поведения. Я Рогу спас. Спокойно играй. Рога за меня будет голосовать на выборах. За каких еще выборов? На выборах. На чистых. Да. Так, давайте относить чуму в кружок. Я по диспелю. Кружка нету. Сейчас вот поставлю. Если еще зов выпадет и Тоби выиграет. Да вот, все, до свидания. Машулька, выноси метку и сама себя диспель. Диспелли только классы, которые не могут сами себя диспелить.
Так, наркология, метка. Очень далековато ты. Ну, ладно. Мне что, в шикаре контроль? Все нормально. Семьдесят процентов скоро фаза. Погнали на край. Убьем духа. Логично, правда? Станешь? Ку-ку. Дру-лю-лю-лю-лю. Поднимай гекада, вторая пати. Следите за гро, у нас всего-навсего хант и рога в рейде, на пула почти нету. ДК еще неопытный. Давайте бафы по шаману, кулак, каску. На не мало джаз постанешь, трусы, ладно. Наверное, на последний дух. Если ты не ошибаюсь. Давай. Извините. Так, ну давайте встанем за спину. Будем бить босса. Выйдут вальки, будем играть в валик. После валик все выходим с центра, перед ними на стоим. Так, давайте. Вальки играем. Фурик, рога, ШП. Разошлись, видите, как звезда уже, где звезда. На краю почти, что не в центре. Лоб, ты стоишь перед вальками. Молодец. Сейчас было бы осквернение на тебе, ты бы залил вальки. Здесь ты понял, что так не надо делать. Так. Смотрим дальше. Первая валька будет. С ней будет осквернение. Разбегаемся влево-вправо сразу, на первой вальке. Придется дать еще саку, чтобы не умереть, на всякий случай. Так, пошла валька. Пошли разбегаться уже. Осквернение лорик. Так, это либо каток, либо его схватила валька и было сразу осквернение. Лорик. Почему ты в центре стоишь? А, ё-моё, там лужи такие, господи, боже мой, оббегайте её. Ты же лок, у тебя должен быть портал на краю, а не в центре. Что это за попытки вайпнуть нам рей? Господи. Так, осквернение, 2 секунды, разбежались. Осквернение мнести, фантастика. Встали опять за спину. Ой, вот увидели сейчас служи в звездочку, лучше встаньте, переводите босса, встаньте вальку и переводите босса, и все на край. Все, идем на край. Никакой тактики, жизни, меток. Фантастическая удача. Воскресенье за Лейманы. Шаманы, надо будет сейчас хилить волной исцеления человека, который попадает в комнату. То есть, если еще вырастет, то это до свидания. Давайте бьем шарик. Ага. Давайте к звездочке бьем. Хил умирает, да? Квадрат надо захилить. Волной исцеление быстрее. Делаем ставки. Собьет ли прист каст, убьет моба. Узнаем через 20 секунд. Иди лича на другой край к звездочке.
Мелизон осквернения. О да, все верно, подвар делаешь. Надо было задержаться еще немножко. Блин, маны нет, капец. Давай, веди на другой край лича. Как будешь вести, будет сразу осквернение. Внимательно смотрим за осквернением. 5 секунд. 3, 2, 1 и осквернение на мне. Повезло. Сейчас будет новый человек в комнате, надо его захилить. Она не видит, что протопала кидала в комнату. Осквернение сейчас будет. К сожалению, у меня КД на точку. Ну, только одного духа. Некому хлопать духов. А, все, уже убили лича. Господи, быстро. Да, это редкость в наше время, что рейд без вайпов. Ладно, кто хочет проносить такие рейды в дальнейшем, вступаем в гильдию. Может, что-то выйдет. Так, VX. VX, если ты будешь так и дальше хилить, как сегодня, то тебя вряд ли будут брать геры. Сейчас покажу почему. Нет, не туда. Ой, не то показал. Блин. Сейчас, подожди. Вот это. Я... 0 бы 0 волн, короче. А нет, 2 волны, наверное, было за рейд. Ладно. VX, у тебя есть еще чары? Технологии. Олег, там этот шаман, кстати, он, ну, это, ну, потом ПМ, короче. Есть шаман. Здесь много кто, ну, даже не в этом. Можно научить человека чему-то. Так, ладно, я к Илье Энху, потому что А, он ролил на Энха, Б, потому что он рейдал пару. Ну и В, это не бисовая для вас вещь, для обоих. Вот. Так, ой, о, прикольно. Себе заберу, наверное. И опять мастер лут забыл поставить. Ладно, давайте разролим. О, сейчас будет батл века рога против Энха. Давайте, рол кидайте. Барабанная дробь.